вас. Меня зовут Владимир Кочетков, я корреспондент Выборгского телевидения. Мы сейчас находимся в Выборгском районе Ленинградской области. Это Батарейная гора. Очень известное и любимое нашими горожанами место. Как видите, она выглядит, конечно, прекрасно, но вот так. А вы бы хотели, чтобы она немного изменилась и стала, например, вот такой? Красота! Мы посовещались с коллегами и решили, что будем голосовать за проект номер один. Давайте сделаем это! Минут. Теперь мы передаем эстафету по голосованию нашим коллегам из Гатчина.Инфо.